Dragon roll the retirement. I'm too hot. Say my name, you know who I am.
Это же Энни Кочемоки. Это Кочемоки, Энни. Ну, и Руслан. Супер. Ой, потрясающее настроение, Руслан. Ну, ты всех разбудил наверняка. Вся Свердловская область уже. Это самый классный будильник, мне кажется, в этом мире, который существует. Доброе утро, Руслан. Ну, все утро ты сегодня нас продолжаешь радовать. Ты впервые у нас в утреннем экспрессе. Нет. Как нет? Почему мы тебя не видели? Кто говорит? Сокол, Порошин, кто вы? Кто с тобой да, был? Да, с группой играл. А, с группой играл. Ну, как солиста ты ведь один у нас. Расскажи, пожалуйста, мне вот интересно, вообще, как называется вот это направление, когда включаешь музыку и долбишь по барабанам? Что это такое? Импровизация. Импровизация. Пожалуйста. Ну, а вообще, как давно ты занимаешься музыкой? Ну, музыка как бы давно, а конкретно эта деятельность, так, года три, наверное. 3 года. Примерно, да. Так. Но ты ведь еще играешь не только на концертных площадках, но и, как мы знаем, еще и на улицах города для широкой да, публики. Ну, то есть в группах там я играю там где-то 10, наверное, на улице где-то 5. А музыкальное образование есть? У меня музыкального образования нет. Так, вот, самородок опять. Самородок уральский. То есть вот это вот все, ты научился сам этому ну, всему? В школе это все началось. Первый год был преподаватель там в коморке за актовым залом. За актовым залом, понятно. И вот, а дальше сам все потихоньку так. Вот. Ну это как бы хобби, я там, когда есть время, стараюсь уделять этому всему. Вот. Ну, слушай, а вот бывает такое, что вот когда ты на улицах играешь, что прохожие подходят и говорят, а можешь сыграть вот эту? А можешь бывает, сыграть? Да, то есть там, если как-то нормальный, более-менее, там, трек такой, то могу сыграть, то есть... То есть ты, на самом деле, можешь услышать музыку впервые вообще и просто вот подложить свой ритм? Да, то есть слышишь бит и как бы повторяешь под него, и все. Анька, можешь спеть чего-нибудь? В ополе береза стояла, в ополе кудрявая стояла, люли-люли стояла, люли-люли стояла. А с развитием! Здорово! Энни Кочемоки! Энни Кочемоки! Энни! Ну, мне интересно, это получается, ты все подбираешь на слух. Это вот интуиция нужна какая-то или логика? Логика какая-то есть в этом? Сначала это как бы логика, потому что все движения, ну, они оттачиваются, как бы тренируешься, а потом уже под BPM, ну, скорость трека, уже начинается как бы импровизация. Импровизация. Но все равно это же какие-то определенные рисунки, логически уже выстроены до да, этого. Да, это мышечная память, она выстроена. Вот, понимаешь? Слушай, а когда наши зрители смогут увидеть тебя или услышать вживую? Сейчас я пятидневку работаю, так что теперь, наверное, по выходным на районах, так, и на плотинке. На плотинке когда? На выходных. На выходных. Вечер. Собираются огромные толпы. Это просто зрелище невероятное. А место расположения, скажи, в переходе? Нет, наверху, где вот флаги были там. А, все понятно. Все понятно. Слушай, замечательный и скромный человек, барабанщик Руслан Сафаров. Руслан Сафаров. Руслан, спасибо тебе большое. Но мы с тобой не прощаемся. И еще будет пару мгновений, когда можем услышать. Когда мы отдохнем. Style.